Трубка, штырь металлический и лопата. В общем, принцип у нее копания вот такой. Для подпаривания нормально. Если земля не сильно жесткая, не сильно убитая, вообще легко справится даже женщина. А уж мужик-то и подавно. Вот такая вот лопата. Thank you.
спасибо за просмотр. И если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.